Матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Одних вывели в плей-офф, других в Лигу Европы, а кого-то и вовсе лишили шансов на продолжение борьбы. Но в ряде групп интрига сохраняется. Ливерпуль уступил ПСЖ со счетом 1-2 и пропустил своих обидчиков на второе место в группе С. Наставник англичан выразил оптимизм по поводу грядущей встречи с Наполи и недовольство судейством в игре с парижанами. «Да, это была красная карточка», — сказал Юрген Клопп по поводу фала Вератти против Гомеса. «Но это ничего не меняет. Выглядело это так, будто я не умею проигрывать, но мне все равно. Я очень хорошо видел этот момент». Лондонский Тоттенхэм одолел миланский Интер 1-0 и занял вторую строчку в таблице группы Б. Впрочем, обе команды имеют равное количество очков. Итальянцы уступают англичанам по личным встречам. Тоттенхэм выйдет в плей-офф, если в игре с Барселоной наберет больше очков, чем Интер в матче с ПСВ. Барселона – одна из лучших команд Европы. У нее невероятные игроки, и это будет тяжелая игра. Но у нас есть уверенность и вера в то, что мы можем победить. В ничью 2-2 сыграли Манчестер Сити и Лион. В группе F горожане на первом месте и вряд ли опустятся ниже. Для выхода в плей-офф французы должны обыгрывать донецкий «Шахтер». Матчи заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 11 и 12 декабря.